А перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать одного художника, который сделал нам шапку для ВК-группы YouTube канала. Если вам нужны рисунки любой сложности или какие-то другие графические работы, вы можете обратиться по ссылочке на его профиль ВКонтакте. Ссылочку оставлю внизу. Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Джимикс. Всем привет! И сегодня мы будем... Наверное, дюпать. Правильно, мы сегодня будем дюпать, только мы будем дюпать ту вещь, которую я вообще не знаю. Я надеюсь, ты знаешь и расскажешь, что это такое. Смотри, у меня есть вот такая вот штуковина. Расскажи примерно, что она вообще делает и зачем она нужна. Ну, сильно мод я этот не знаю, точно не скажу, но... все понятно. Плохой модер ухожу. Короче, мы сегодня будем дюпать... Дюпать будем волшебную печать, которая из Atomic Additions, которая нужна. Для чего она нужна? Может быть, телепортация? Не? Короче, если вы знаете, напишите в комментариях. Мы не знаем, но покажем, как эту штуковину дюпать. Она вроде бы не очень дорогая, но ее можно дюпать следующим образом. Нам нужен сборщик растений из мода Industrial Foregoing. К нему подключаем любую энергию, в данном случае креативную, и ставим туда апгрейд на радиус, да, чтобы был радиус больше. Сейчас я покажу. Вот такой вот радиус, да, будет большой. И смотрите, что мы делаем дальше, да, вот я в ГМ-ке все это делаю. Сейчас из ГМ-вы до ГМ-но. Мы берем, ставим эти штуковины, и почему-то наш сборщик растений думает, что это растение, и при любом обновлении блока он будет их собирать. Как мы можем вызвать обновление блока? Подумай, попробуй. Может быть, ты придумаешь. А я пока расставлю их. У меня их много, потому что я уже дюб. Так, Джимикс пока думает, я пока их пораставляю. Может быть, мотыгой? Нет. Не, ну, наверное, мотыгой тоже можно, но я тебе покажу легче вариант. Смотри, у нас есть апгрейд на радиус, его можно достать и засунуть. Попробуй сделай это. Достал и засунул. Ого! Давай еще. Давай опять. Доставай, засовывай. Там очень быстро нельзя делать, потому что не будет успевать обновление пройти. Ну так, вот. Вот, тем самым мы можем так дюпать. На самом деле есть еще другие способы. Вот, например, если на сервере стоял бы мод Astral Sorcery, там есть линза, которая сбора вроде бы называется, или бурения, как-то так. Ее можно тоже направить на эту штуковину, и она ее будет бесконечно добывать. Если вы хотите, мы можем даже записать такое видео, но оно будет просто, как сказать, дюпом этого же дюпа, повторением, да? Вот, поэтому мы не будем показывать его, наверное. Но если вы очень хотите, мы можем записать. Там просто линза будет, выпадает, все классно, и вот так вот. Что могу сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео и Джимикс. Вот такой вот примитивный дюб. И всем пока-пока. Всем пока.